А ты дома когда будешь? Ничего просто. Алён, все равно в любом случае свое надо. Да я ничего не говорю. Поэтому, ну и смотри, если даже сейчас все сделаю, короче, я, да, чтобы ты с утра до ночи там должна быть. Ну уже быть. Да, буду там. Чтобы не было, ой, у меня Ариана всю ночь не спала, я там не спала. Тудым-сюдым, аренда не выходит, не заходят. Ага. Чтобы так вот как. Нет, клиенты по-любому мне, допустим, даже вот так звонят, если они записывают. Просто домой никто, многие тоже не хотят. Ну вот видишь, и это. Ну там ты уже не будешь, что. Вот как вот, вот я на елку смотрю, так нравится? Она очень. И ресницы, эти как, и брови пощипает, и нарисует, и где-то надо покрасить. Не, ну там уже открою где-то и. Да. Вот так тоже. Во, более-менее вот это, а то слишком до век прям, ой, до ресниц, да. То есть до бровей, ну, было. Ну, ресницы так, это пока не перепробуешь. Угу. Длинные, да, короткие, разные всякие, да. Это сейчас какой? Это сейчас классика, элька, так, восьмерка и семерка. Ага, ну все, а теперь только так вот быть. Элька это, да. Ага, хорошо. Это L, это изгиб, да? Да, L. Это изгиб. Ага. А, это длина, ага. Восьмерка и семерка. Ага, хорошо. Красивее, да, лучше стало. А то слишком было.